по факту перекрытия дороги мы сейчас, конечно, проведем служебную проверку. Если выявим нарушения, ну, мы их увидим, сейчас просто фактов не было, наверное, лиц виновных, которые несут ответственность за производство работ, мы, конечно, привлечем к дисциплинарной ответственности. Предупреждающие знаки были, но дорогу вот так вот техникой перекрывать нельзя. Надо дать возможность проезда техники другими возможными объездными путями.